Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші – все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей. І сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко «Життя ще простіше». Я тебе весь дом переверну. Кончится ли когда-нибудь или нет? Лифт! Лифт! Остановился на этом этаже. На этом! Ты опять с самого утра сидел в машине и следил за моим подъездом. Моя бывшая жена теперь шлюха! Шлюха! Бывшая! Ха-ха-ха! Наконец-то ты вспомнил об этом! Ты сам бросил меня и детей 2 года назад из-за этой шалавы из Nightfly. Из Dolls, ну, неважно. 2 года я шарахаюсь от мужчин, когда они спрашивают, который час, потому что боюсь, что ты опять сломаешь им либо нос, либо шею. Слушай, оставь меня в покое. Я сойду с ума с тобой. В конце концов, ты мне уже никто, никто. Ты 2 года мне уже не муж. Ты ничтожество. Неправда. Не надо. Я с тобой не разводился. Это ты своего добилась, чтобы теперь открыто, никого не стесняясь, подводить сюда вот мужиков. Сюда мужиков. Мужики. Мужики. Кожна людина у нашому житті не випадкова. Як відмічав ще Зігмунд Фрейд, спочатку ми малюємо людину в уяві, а вже потім зустрічаємо у реальному житті. Тобто будь-яку зустріч ми прогнозуємо. Вже точно не випадкові наші партнери в особистих стосунках. Ми обираємо саме тих людей, до взаємодії з якими готові. Приклади усюди. Губитель шукає і зустрічає жертву. Наприклад, агресивний чоловік одружується з мученицею, яка мало що слова всупереч не скаже, але й з роду віку не звернеться за захистом. Жертва потрапляє до свого губителя, та ж мучениця ніби і страждає, але із задоволенням розповідає, що така вона жіноча доля. Зате я його люблю, і окрім того, що він, наприклад, вживає алкоголь, стільця сам змайстрував 10 років тому. Коса на камінь – теж цікавий варіант для людини, що не уявляє свого життя без драйву. Тут вже публічні гучні конфлікти, биття посуду, збір валіз та поділ майна щосуботи і яскраве примирення з банкетом та квітами, наприклад, щовихідних. Пускаючи людину у своє життя, ми маємо певні очікування. Людина зорієнтована на щасливе життя з великою долею вірогідності його і збудує. Тобто вже на старті вона обирає відповідних партнерів. Чому? Тому що з самого початку не згодна бути жертвою. Але ж всі ми ніби прагнемо щастя, успіху та любові. Чому будуємо протилежне? Така позиція відчувати себе з самого початку жертвою. Як вона формується у людини? Таке слово жорстке, жертва. Ну, просто чек уступчив, м'ягок. Старається бути чим-то відповідати, бути хорошим, добрим. Ну, это такая роль, которая приучает с детства. Ну, а кто? Где родители, которые не любят добрых, таких вот уступчивых детей, не хулиганистых, не бишкетников. Но эта роль может сыграть и пагубную шутку, а может и нет. Как она развернется в жизни, куда она будет направлена, как человек сможет ее использовать, насколько он в ней укоренится, насколько она развернется и захватит всю жизнь, насколько она его устраивает. И она, конечно же, может эта роль дорасти до состояния жертвенности, уже когда это оно с избытком, это уже не нужно, казалось бы, для кого-то, для какой-то ситуации, какого-то явления, а человек продолжает. Вот. А если это пара, если это какие-то отношения с рядом людей, то с другой стороны, может быть, разворачивается какой-то такой сценарий паразита, и человек может этому пособничествовать. Вот тогда уже можно говорить о жертвенности, о роли жертвенности, об установке на такую ситуацию.
Почему люди попадают в такую ситуацию, которую, казалось бы, не ожидать? Во всяком случае, она им неприятна, некомфортна, а то и очень ужасна. Такая борьба противоречий внутри каждого из нас. И это есть с самого начала детства. Вот маленький ребенок, он одновременно нуждается в том, чтобы спать, и нуждается в том, чтобы играть. Он мечется, и там не находит удовлетворения. Падает поздно, родители ругаются и так далее, и так далее. Эти противоречия мы несем всю жизнь. Но как сделать выбор, чтобы принести себе пользу, минимум вреда, минимум риска, не принести ущерб другим? Это очень сложный вопрос. Мы цепляемся за какие-то атрибуты ситуации. Вот эта девушка красива чем-то, ну, что-то меня очаровало. И не обращаю внимания на остальное. Что она за человек, какой у нее характер? Люди вступают в брак, совершенно не зная, какая хозяйка, какой он хозяин, что за этим стоит, какой процент развода в первый год семейной жизни. Речь, наверное, об этом. Мы цепляемся за что-то и не позволяем себе увидеть полноту картины, целостность, и соотнести ее с собой, с целостностью себя. Ведь я тоже многогранен, у меня есть слабости, есть сильные стороны, есть ресурсы, и скрытые, и явные, а есть какие-то, ну извините, проплешины, белые пятна. Вот как эти две, ну, как системы будут жить друг с другом, соотноситься, насколько тут мною и проанализирован, и выяснен полнота взаимоотношений. Будет ли тут гармония? Или тут будет совершенный дизонанс, дисгармония и разрушение? Я думаю, схема такова. Антона просто мрія, красива та помітна, але на одному йому. Привіт, я Антон, мені 27 років. У мене така сложилась ситуація. Встречаюсь з дівчиною, дівчина красива, статна, хорошо виглядає, ухажує за собою, веде себе дуже розпущено. Ну, як би це не зі мною, а от в компаніях більше. С друзьями, в компании, ну, других мужчин, там, вот, например, мы приходим в клуб, она встречает там много знакомых, это в основном мужчины, ну, и как-то начинает себя вести, ну, не очень красиво, на моих глазах, там, садиться к ним на колени, обнимать, целовать, там, и, ну, это продолжается на протяжении всего вечера, как бы, а я там где-то, ну, в стороне. Понятно, почему, чем я вообще заслуживаю такое отношение, как бы в клубе мы, в принципе, порознь находимся. Я, допустим, не отдыхаю там, а постоянно на нервах. Она обо мне вспоминает только когда устала или ей надо уже там домой ехать. Блин, я так устала. Или у нее заканчиваются деньги, дай мне на коктейль там. Ну и как бы вот так мы проводим вечер. А приезжаем домой, она себя начинает вести, ну, скромно, там такая домашняя вся, там ласковая. А мне вот хотелось бы, чтобы она, наверное, больше себя так вела со мной. По распущеннее там, может, а со мной наедине она ведет себя как-то скромно. Не знаю, как решить эту проблему сам. Уже и пытался ее тоже привлечь на ревности, там, но она как-то не реагирует. Не знаю, как вообще можно решить такую проблему. Женщина должна быть загадкой, которую мужчина должен разгадывать. Ну, постепенно удивлять его, меняться каждым днем, быть разной. Настоящая женщина должна быть на работе, скажем так, скромницей и на людях, скажем, скромницей, а в постели с любимым мужчиной тигрицей. То как бы можно придерживаться такой философии. Я не думаю, что она должна под него подстраиваться, она должна быть, наверное, натуральной и естественной. Адекватно своему мужчине. Должна быть настоящей женщиной, чтобы
мужчина всегда был сыт, доволен, в квартире было чисто, воспитанные дети, любящая жена, вот что нужно, я считаю. Искренность и честность, и любовь.